Канобу.ру представляет. Всем привет! Сегодня 10 октября, среда, и вот вам самые интересные новости за прошедшие сутки. OnLive наконец-то нашел покупателя. Фильм по Gears of War живой. Отмена Microsoft Points почти случилась. Игровой облачный сервис OnLive часто попадает в наши новостные заголовки. В основном, правда, грустные. Но вот сегодня появился повод для радости. Дело в том, что многострадальный OnLive наконец-то купили. Сделал это человек Гэри Лаудер, который специально для покупки основал компанию All2. Все права на интеллектуальную собственность и техническую базу Лаудер купил всего за 4,8 миллиона долларов и тем самым спас OnLive от банкротства. Или не спас, узнаем когда-нибудь в будущем. Ну и для сравнения, компания Sony купила похожий облачный сервис Gaikai за 380 миллионов долларов. Хорошая новость для фанатов Gears of War. Почти что отмененный фильм находится в разработке. New Line Cinema сообщила изданию Variety, что ищет продюсеров на проблемную экранизацию. Если желающих не найдется, то фильм окончательно отменят. Шансы есть, потому что New Line уже готовит съемочную группу. Сценарий сейчас принадлежит руке Стюарта Бетти, сценариста «Последних пиратов Карибского моря». Впрочем, если новой команде сценарий не понравится, то съемки затянут еще на пару-тройку лет. Не скоро случится и переход магазина Xbox Live на нормальную человеческую валюту. Жаль, а ведь цель была так близко. В понедельник издание The Verge сообщало, что в скором времени Microsoft откажется от своих Microsoft Points в пользу обычных денег. В пример приводится Windows 8, где такая опция уже есть. Сегодня же The Verge взяла комментарий у Microsoft и опровергла свою же информацию. Платить реальной валютой можно будет только Windows 8, а на Xbox останутся прежние Microsoft Points. А я уже было хотел менять свой американский аккаунт. В Blu-ray-версии ремейка «Вспомнить все» будет демоверсия последней части God of War. Диск выйдет 18 декабря. Разработчики мегапопулярной Trials Evolution анонсировали новую игру для iOS под названием Badlands. Катаем шерстяной шар через препятствия. Издание The Bookseller говорит, что Total War Rome 2 выйдет в сентябре 2013 года. Вполне реально, но хотелось бы более достоверного источника. А на Канобу читайте, смотрите и обсуждайте. Рецензия на Little Big Planet Vita. Впечатление с Игромира. Игра Dust 514. Рецензия на нашумевший инди-хит Mac Pixel. Видео-превью на игру Hitman Absolution. Ну а завтра в 19.00 редакция Канобу устроит прямой эфир по игре Dishonored за день до выхода игры в продажу. Смотрите, не пропускайте. До встречи. Пока.